Если нет тостера, а грена хочется. Мы их приготовим сегодня в духовке вместе с куриной голенью. Куриную голень помыли, посолили, поперчили букетом перцев. Берем молотый чеснок. Если у вас нет, можно такой почистить, свежий. Берем соевый соус и поливаем. Примерно 1 столовую ложку. Берем мед и поливаем нашу голень. Примерно тоже 1 чайную ложку. Перемешаем и даем постоять несколько минут, пока подготовим наши гренки. Берем противень, наливаем масло растительное. Нам будет удобно раскладывать тостовый хлеб. Раскладываем хлеб так, как нам удобно. Он впитывает растительное масло, что нам и нужно. Сверху обмазываем растительным маслом. Посыпаем чесночным порошком. Если у вас нет его, можно свежим. То же самое потереть по хлебу. Слегка можно посолить. И кисточкой размазать чеснок вместе с солью. Переворачиваем наш тостовый хлеб на обратную сторону. Посыпаем куркумой. Втыкаем в тостовый хлеб по 2 зубочистки, для того, чтобы у нас они крепились на решетке в духовке. Также протыкаем куриную голень зубочистки, чтобы к нашей решетке они не прилипали. И потом очень удобно их переворачивать, если нам нужно будет. Вот так вот мы на решеточку положили наш тостовый хлеб и также куриную голень. Закрываем на 10 минут при 180 градусах. 10 минут прошло, у нас тостовый хлеб готов. Мы его вытаскиваем. Смотрите, как удобно за зубочистки доставать хлебушек. Не горячо рукам и очень-очень даже удобно. Так же самое и голень. Смотрите, переворачивать хорошо, оно не прилипает. Тост наш готов. Смотрите, как он поджарился. Красивый на вид и запах приятный. Вот так можно приготовить вкусное блюдо. Греночки с ножками. Следующий момент. Подход к вопросу разделяю. Я вам говорю с точки зрения военных людей. Мы хотим, чтобы...